Лада 14 модели ехала в сторону улицы Глушкова. Водитель говорит, что никуда не спешил, соблюдал скорость и дистанцию. Вероятно, такая неторопливая и размеренная езда по крайнему левому ряду мешала другим участникам движения. И один из автомобилистов решил проучить молодого человека. Ну, я ехал прямо, и спереди движется автомобиль. Меня подрезал, пристроился без поворотников. Чтобы не столкнуться, парень на Ладе автоматически крутанул рулем влево и нажал на тормоза. По грязи автомобиль проехал несколько метров и вылетел на газон, где снес забор. На удивление, автомобилист, который подрезал 14-ю, сразу остановился, чтобы выяснить, все ли в порядке с молодым человеком. После этого спокойно уехал. А водитель, что он вообще объяснил? Почему вас подрезал-то? Не видел вас? Говорит, был с поворотниками. Поворачивался с поворотниками. Задерживать водителя, который подрезал 14-ю Ладу, инспекторы ГАИ не стали, ведь соприкосновения между машинами не было, поэтому расплачиваться за аварию по полису КАСКО будет страховая компания.